Подъемные столы ножничного типа от компании «Гидрокуб». Вы хотите, чтобы ваше оборудование работало надежно, долго, и вы были на шаг впереди всех? Мы расскажем вам секреты производства подъемных столов от научно-производственного предприятия «Гидрокуб». Оси рычагов подъемного стола, которые состоят из пальца, корпуса и втулки, существенно влияют на надежную и продолжительную работу. Мы используем сменные втулки подшипника скольжения из бронзового сплава или современного полимерного материала, которые имеют внутренние винтовые канавки для распределения смазки и выведения продукта трения. Пальцы подъемного стола шлифованы и хромированы. Это уменьшает трение в осях и увеличивает ресурс ножничного подъемника. Для удобства ввода и распределения смазки в валах установлены тавотницы. Все оси подъемного стола компании «Гидрокуб» взаимно параллельны и имеют минимальный зазор в посадочных местах, что уменьшает биение, существенно повышает точность хода и срок службы. Для нас важна каждая деталь, поэтому во избежание попадания влаги и мусора торцы профильной трубы глушатся. Для хорошей адгезии с лакокрасочным материалом металлоконструкция проходит механическую обработку поверхности, после чего на изделие наносится грунт. Красивый внешний вид и надежную защиту от коррозии придаст покраска двухкомпонентной полиуретановой грунт-эмалью. Каждый этап работ тщательно контролируется. Персонал компании с вниманием относится ко всем моментам изготовления. Поэтому наше изделие имеет ровную геометрию конструкции и безупречный внешний вид. Все произведенное подъемное оборудование изготавливается по ГОСТу и имеет запас прочности. Наша компания делает все, чтобы работа с оборудованием была безопасна. Для этого ножничные подъемники оснащаются рамкой безопасности, сигнальной разметкой, гидрозамком и другими приспособлениями. Предприятие «Гидрокуб» — это проектирование любых гидравлических подъемников по вашим параметрам, собственное отлаженное производство, опытный и квалифицированный персонал —